Находимся мы сейчас вот здесь, в северных краях, где холод и ничего кроме холода. Мы идем к воину Карушу. Догоните Каруша и помогите ему одолеть врагов из племени Удам. Да и собираюсь сделать так. Там очень высоко, поэтому придется подниматься по канату. Естественно. Куда он убежал один? Тоже не герой. После этой миссии, наверное, око за око. Будем строить там хижины. Вернусь в деревню и буду строить. Это он, что ли? Найдите Каруша в пещере. А это враги, да? Ну да. Давай сменим лук на длинный. Мой совенок здесь. Да. Он всегда со мной крутится, несмотря на холод и метель. Дофига их тут. А я их тут много. Ой, там пещера, ладно. Улетаем. Блин, не заметили. Да поднимись ты. Да поднимись ты. Больно. Дерьмо. Стрелы кончились, блин. Зи. Мерзну, но я теперь знаю, как себя согреть, просто поджечь. Блин, ну. Ай, это фигня. Вот это меня бесит. Вот это вот начнется, и вот ты ничего не можешь делать. Пошел нахер. Ничего не вижу. Да, блин, не то. Своими бомбами вы, мудаки, меня бесите. Чего у меня стоит? Чё, а? А вы думали? О, наконец-то светло, а то вообще ничего не видно. Фу, так. Вообще ничего не было видно. Так, а почему мне туда показано? Я ведь могу в пещеру зайти. Кто там ржет? Я за Каруша это все сейчас сделаю сам, блин, опять. Не берется уже. Кто там... Он что, сел как за трон? Он точно шизанутый какой-то. То есть он никого не убил, а пробрался сюда и сел на трон. У него коварные мысли какие-то, походу. Он больной. А, он в кровище валяется. Что? Пошли.
А я изрезан весь. Чего? Убейте еще кого-нибудь или чего? Найдите кого? Чего, кто, где? Я не вижу ничего. А, ко мне врывается кто-то? Ну, пускай врывается. Так у меня же есть зеленые листья, что за тупиза? Для твоих. То есть я должен был искать листья, которые у меня есть? О-о-о. Какой крепкий. Блин, ты-то придурок, куда полез? Я ему в спину выстрелил, и у него все хп. А, вон он. Блин, защищать его еще. Он хоть... Ладно, что излечивается. Да погоди ты. Шел нафиг. Ой, все глаза засветил. Ой, да ты хрена. Он сейчас убьет придурка. Да блин, его сейчас убьют. Мне самому хреново. Ладно, что он лечится иногда. Где я? Кто? А, вон. Только стрелу отдай. Сбегите из лагеря. Ладно. Блин, я тоже получил. Фига, в таком маленьком мешочке столько пчел. Неудивительно, что они такие злые, потому что им там, видно, очень тесно было. А я такар, да. Ну да, такар. Чао. Каруш гуайфа дахата. Масброштар. Шраш. Да е-мое. Спасибо. Магмарва, ощаю несущну сасу. Мачира, вайча сучинав мас. А, хватит играться, все. Разыгрались они тут. Око за око, завершено. Ты понимаешь? Да. 810 XP, это хорошо. Есть ли... О, это видно... Это чисто сюжетный уже момент был, да? Понятно. Неплохо. Так, сейчас пойдем возвращаться в нашу деревню. Строить. Мне тут много чего можно построить. А, сюда сланца не хватает и барсука. Ну ладно. Это можно построить. Это. Пойдем сейчас все это строить. Я заколебался собирать ресурсы. Но теперь можно это все построить. Все, уходим в деревню нашу. Все, пошли. Че, пойдем построим, наверное, сначала тому. Хотя не знаю, зачем ему строить, если он против нас. Если он людоед, он нас ест. Его легче убить, ну ладно. Раз игра так хочет. Улучшаем.
Хижина, да. Улучшена. Награды, навыки удом и 1500 опыта. Нормально. Ну и что он нам скажет? Заберем его мясо. Правда, он нас за это съест. Пойдем посмотрим. Может, аспиринку дать? Уападас чаршвар. Ха, капальпур. Галайта. Опусти голову в реку просто и все. Фу. Там откуда? Там муха вылетела? Да. Что, мозги вправил? Капальпур Саса. На Куайда Хайта. С крылом башку тут ополоунулся. Там хан Якикадав. Удам Чартасу. Ну можно топором открыть череп твой. Мы вообще тихим. Кани. Костяная пыль. Сейчас кани вайдам. Ну хрен с тобой, давай возьмем эту костяную пыль. Задание добавлено. Угу. Костяная пыль. Так, потом еще можно ед строить. Давай уж ей до конца, наверное. А, у нее просто задание можно взять. Ну давай возьмем. Правда, она против меня перла почему-то. Ой, свои уши опять эти. Фу. Да в курсе я, мать. Ну ты и насобирала ушей. Акиста. Танхи на квайда шанчирш. Айш. Танхи туши. Шанчи такар. Айш ульгуанда. Са. Дамшу вана. Ванам. Чаруфадас. Седамша. Шлавка. Ма. Муайда. Квати. Шаруфадас. Шанчи. И как? Дару Балья. Лайваби. Ясно. Удам Диджамсу. Ну ладно. У Тишауси Швада. Насам. Может, ты завяжешь, прекратишь вот эту фигню с ушами, а? Так, еще обоссанному. Я сам его буду называть обоссанным. Пошел он нафиг. Так, кстати, припасы тут какие-то лежат. Может, шкурка какая-нибудь? Пыль южного камня. Неплохо. Здорово, чувак. У тебя там что, семья? Блин, мы начинали, тут ничего не было. Тут голая поляна была. Жопу измазанная. Вылезли из пещеры, а тут теперь целое поселение. Я в шоке. Ладно. Оба. О, обоссанный. Давай тебе хату отстроим. Правда, обида того, что ты меня обоссал, стоит, остается. Награда, мешок для бомб. Отлично.
Ого, сколько-то опыта дали. За постройку очень много опыта дают, чем за убийство. Может, мне в строители податься? Чего орешь? Опять тотем. Может, и мы ему тоже обоссим, чтобы он нас не называл так? Потерянные тотемы твои. Чё ты смотришь, лысый? Ладно, хрен с тобой. Пойдем еще к тому сходим. А тот вообще меня это пугает, блин. У него такой взгляд безумца. Такое ощущение, что он настанет момент, он нас просто зарежет. Поэтому надо его валить. Блин, северная глина кончилась. Я его заколебался собирать. И северный кедр нужен. Ну, чего? Ну, капец, ну что вот это вот... Почему эти лаги, я не понимаю. Чему лагать-то тут? Ну, совсем... Шаг не могу сделать, это что за дерьмо? А с какой стороны ты тут? Улучшаем. У меня Far Cry 4 намного лучше играл, чем Primal. Какого... Движок-то один и тот же. Чё за дерьмо-то? Ой, я не знаю. Хрень какая-то. Чё он от нас хочет? Изилай Венжашнар, Хинача! Мупачарш! Куай Венжашнар! Мачигуа марш хамгуанаш! Шутам муташ ладам шадарш! Куай Венжашнар! Нари, ай. Проберте, Сахина Чарш. Проберте. Сушерхайн, Винджа Гуаннаш. Усиги. Усиги, Квады Свада. Сухли. Сашва. Машхаджра Су. Винджа Хасар Сухли Смая Да. Ухай така. Да, конечно, я. Кто же еще-то? Вообще без сомнений. Может, ты его напоишь там своими этими? Так, у нас задание обмоченного здесь. А, это мои трупы. Шкуру волка, давай сниму. Он хочет потерянный тотем. Точно, он же тотем хотел. Отметьте похитителей тотемов, чтобы узнать, кто они такие. Типа шаманов что-то. Да я не это хотел. Блин, темнеет, это плохо. Ау. А, вот. Не видно даже, кто стреляет. Ugh!
Да, блин. Выбешиваешь. То иногда легко попасть, то вообще сложно. Тут по-разному. А, козел мне не нужен. Они убежали, типа, что ли? Да. Мне надо куда-то туда лезть. Наверх. Кабаны, свиньи, кто только под ноги не лезут сами, причем. Обломки тотема, они его еще разделили на три части. Круто. Ты кому свистнул? Длинный лук. Бронированных ненавижу. Они блокируют, парируют. Все, что душе угодно, делают. А. Еще куча волков. Просто куча волков. И на меня действует, что ли? О, молодец, тигренок мне помог. Правда, он и на меня сейчас нападет. Или кто там, леопард бегает? Так, он против них стал. Мы одурманили ему голову. Нам это на руку. Пока они с тем разбираются, я хоть осмотрюсь. О, он завалил его, нифига себе. А чё они завалили этого? Шака? Ау. Кто это? Мясо-то каково? Жир зверя-то кого? Не знаю, непонятно. Ты! Почему меня так мотает, кстати? Я чё, разучился луком стрелять? Блин, я за боком, я не вижу. Они тут эти буквы посередине экрана вытащили. О, псины, давай помогай, кстати. Вот. Молодцы, вы на меня нападете, да? Убьешь два волка, и третий разбежится сам. Это я заметил. Жопу укусили. О, белый волк, ты мне нужен. Да, блин. Закали его. Кто? Тигр. Иди. На. У меня кончились эти стрелы. Дурдом происходит. Постоянно. Тут постоянно такой дурдом происходит. Это нормально. Волки нападут. Тигр нападает кому, кто... Кому чего не лень только. Обломки тотема 3 из 3. Все? Потерянный тотем. Блин. Потерянный тотем. Ради какого-то сраного тотема я чуть не сдох. Ну я бы не сдох, но все равно. Что тут у них хоть есть? Пойдем клад обыщем. Я сначала их не обыскивал, но теперь
А где он? Под землей, наверное, где-то. Ну чё ты рычишь? Так. О, шкура редкого био. О, отлично. Так, сейчас мы пойдем. Я не знаю, задание-то все где. А, вот задание. Урки-мыслители тоже. Тот еще придурок. Так, я не знаю. Пойдем сюда, наверное. Да, пойдем сюда. Рушани Изила. Вот даже цель поставили. Пошли, пойдем, наверное, отсюда. Так, а у нас тут задание этого придурка, который глазами хлопает. Чё, я так и не понял, что тут... Не надо, медведь, не надо. Понятно, он уже напал бы. Пришлось его завалить. Пещерный, ну пригодится. Так, ладно. Мы отвлеклись. Да блин, зачем ты выстрелил? Кровавая жертва. Наверное, что-то нам надо взять. Сейчас увидим. А что там написано в задании? Ну-ка, вот так вот. Спасите охотника Винджа, которого из Зила хотят привести в жертву. А, чувака спасти, ясно. Значит, он где-то вот здесь вот. Ага, он лежит один и больше никого. Ну, сейчас со всех сторон попрут. Блин. Сейчас, чувак, погоди, тут тайник. Тростник. Понятно. А что такое? Установить? А что такое? Разбить? А там еще одна такая штука была. Давай-ка мы ее тоже сразу разбьем, чтобы они не вызывали подкрепление. Вот. Больше вроде нет. Так, а как тебя освободить, чувак? Найдите, убейте жрицу Зил до того, как она... А, мне его не освобождать, только убить. Понятно. Как он за камнем меня увидел? Мне вот это интересно. Живучие. Офигеть задание. Вас немного, ребят. Фига ты живучий. Ой, мне уже плохо. Чувак, прости, я сейчас умру. Я говорю, прости, если до тебя доберутся, потому что слишком... Да блин, какой ты Нео. Все? Серьезно? Фу. Каплю пришлось попотеть. А не сразу нельзя было его развязать, чтобы он убежал. Кровавая жертва завершена. Такая маленькая миссия. Ну ладно. Беги, чё встал. И помчался. Нормально. Потрогала его такой. Так. Коротенькая миссия такая получилась. Что тут еще делать? Ладно, так, нам теперь тогда вот сюда. Да, Изудам. Найдите костяную пыль, чтобы исцелить, да. Давай сюда. Отправляемся вот сюда.